Создавать свои сэмплы – это очень весело. И в этом видео мы рассмотрим базовый принцип, на котором строится создание 808 сэмплов. Поехали! Давайте возьмем случайные 808 из разных паков и посмотрим, что их объединяет. Какие два важных сходства вы видите между этими ваншотами? Да, у всех сэмплов разная форма волны, но мы отчетливо можем увидеть в начале каждого сэмпла быстрое колебание. И второе, мы можем увидеть плавное снижение громкости. Быстрые колебания помогают нам создать эффект удара, а плавное снижение громкости позволяет нам сделать контраст между следующим ударом 808. Теперь, держа в голове эти два пункта, мы можем синтезировать свои 808. Давайте попробуем сделать это в серуме. Итак, друзья, вот он перед нами серум, и давайте создадим наш 808 бас. Начнем создание с самой стандартной волны, это синусоида. В большинстве случаев отправной точкой 808 является как раз таки синусоида. Теперь давайте определимся с нотой. Я хочу создавать бас на ноте ля. Пустим нашу волну в октаве. Вот как раз таки этот низкочастотный гул басовый. Отлично. Теперь давайте создадим ему удар, то есть как раз таки эти быстрые колебания в начале, они достигаются как раз таки с помощью изменения питча. Shift-Alt, LKM, поставлю примерно 24. Вот, мы слышим как раз таки удар, но он еще не совсем такой, который нам нужен. И сделаем так, чтобы в начале удар был сильнее, а потом плавно стихал. Уберем BPM, поставим примерно 13 Гц. Вот, появился наш удар. Давайте подвигаем немного точку, чтобы вам было понятнее, что происходит. Я думаю, остановимся примерно на этой позиции. Теперь, второе, это плавное затухание громкости. Давайте, LFO2 у нас будет регулировать громкость. Выставим на 80. И пусть наш бас потихоньку стихает. Envelope опять-таки BPM убираем. Становимся примерно на этом значении и уберем лик в начале, совсем чуть-чуть. Вот так. Хорошо, мы применили наши базовые принципы. Теперь давайте немножко разукрасим наш 808. Добавим distortion, выкрутим драйв. Можно даже добавить шум от того же LFO2. Отрегулируем громкость шума. Включим white noise. Но при этом срежем верха. Я думаю, на этом мы остановимся. Добавим компрессор и немножечко можно отлимитировать наш звук. Совсем чуть-чуть. Теперь давайте зарендерим то, что у нас получается. Поставим здесь нашу ноту ля. Копируем. Заморозим, зарендерим, нормализуем по громкости наш сэмпл. Отлично, теперь я хочу сделать небольшой фейд, вот таким образом, и опять-таки зарендерить это. И теперь давайте засунем наш сэмплик в сэмплер и посмотрим, что же у нас вышло. Немножко поиграем. Поздравляю, наш сэмпл готов.
В этом видео мы рассмотрели базовый принцип, на котором строятся 808 сэмплы. Я надеюсь, что я помог вам чуточку лучше понять природу 808 сэмпла. Если это так, то ты сам знаешь, что делать. Также тема гармонизации 808 осталась не раскрыта, поэтому если тебе интересно увидеть, как гармонизировать 808, то дай мне знать об этом в комментариях, и я соберу для вас способы создания тембра для 808. И на этом все. До встречи!